Друзья, наш проект существует благодаря тем людям, которые сегодня выступали на этой сцене, но это далеко не все. Мы сейчас объединяем более 50 наставников Казани, Республики Татарстан, Российской Федерации и даже мировых гуру в области бизнеса. И сегодня здесь вместе с нами присутствует основной костяк. Я хотел бы пригласить всех наших наставников на сцену, чтобы вы их увидели, и мы им вместе поаплодировали. Итак, друзья, давайте поаплодируем и пригласим наставников, которые с удовольствием делятся опытом, и уникальность фабрики предпринимательства как раз и заключается в этом удивительном институте наставничества. И действительно, действующие успешные предприниматели консультируют, берут под свое крыло команды, которым передают свои бесценные знания и опыт, за что им огромное спасибо. Итак, друзья, вот это далеко не все наставники, те, кто присутствует сегодня на презентации. Естественно, места не для всех, друзья, места для долларовых миллиардеров, поэтому они пока свободны, судя по всему. Друзья, давайте поаплодируем нашим великолепным наставникам. Спасибо тем, кто сегодня уже поднимался на эту сцену, те, кто добился значительных результатов вместе со своими командами. Вот, я думаю, что, естественно, если вы хотите поближе познакомиться с этими людьми, пообщаться, и несмотря на то, что у нас бывает так, что за одну команду отвечает только, например, один действующий предприниматель-наставник, вы можете пообщаться абсолютно в рамках проекта «Фабрика предпринимательства» и получить совет от любого наставника нашего проекта. Григорий, но я так просто всех не отпущу, я все-таки хочу лично каждого представить. Начну не по важности, а по месту, кто занял в ряду. Тимур Никонов – это наш наставник, руководитель компании «Дубльгиз Закамье», наш представитель и руководитель нашего филиала в Закамском регионе. Все Закамье сейчас этого человека должно увидеть на экранах. Это тот человек, который будет курировать все наши проекты в Закамском регионе. И мы уже выпустили один выпуск в Челнах и в Нижнекамске совместно. Да, в городе Набережные Челны победила команда из Нижнекамска. Вот так случилось на проекте «Фабрика предпринимательства». Спасибо огромное. Ильнас Набиуллин, компания «Джентлс», филиалы по всей России. Федеральная сеть магазинов мужских украшений. У вас там написано, да, Григорий? Конечно. Давайте. Рамиль Ромаев. Очень мелкий шрифт, простите, Айдар Нафисович. Компания «Брикфорд», строительные материалы. Сергей Шубин, «Автолига». Артем Захаров, «Франчайзинг 5». Айдар Исмагилов, «Пятое колесо» и «Мой Дадыр». Артем Кагданин, «Лидел». Алмаз Зиадинов, «Султан Макет». Марат Багудинов, самый известный блогер Республики Татарстан. 10 тысяч просмотров ролика, в котором звучит только его голос. Компания Walk&Go, популяризация лапши не только среди населения Казани, но и правительства Республики Татарстан. Альбина Ибрагимова, компания Ice Tour, внешний и внутренний туризм. Александр Комиссаров, депутат Государственного совета Республики Татарстан. Кроме этого, член Комитета Государственного совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству. Серийный предприниматель Александр Комиссаров. Андрей Курамшин. Компания. Владелец веб-студии «Рефакт» и правового центра «Гудэксперт». Руслан Халилов. Компания «Фонд прямых инвестиций», более десятки проектов в группе компаний. Александр Кравцов, компания «Руян», компания «Экспедиция», город Москва. Айдар Булатов, венчурный инвестор, бизнес-ангел, доктор экономических наук, председатель совета директоров группы компаний «Булатов Групп», вице-президент Ассоциации рестораторов и ательеров Казани и Татарстана, основатель проекта «Фабрика предпринимательства». Спасибо, друзья. Спасибо лично от меня, спасибо от «Фабрики предпринимательства», спасибо от этих тысяч глаз, которые сегодня на вас смотрят, за то, что вы это делаете, за то, что вы вдохновляете, за то, что вы курируете, за то, что вы учите. Спасибо вам, друзья.
Задание на отбор на фабрику предпринимательства «Старт-фабрика» заключается в следующем. В течение 2 недель реализовать свой предпринимательский проект, основной ресурс которого является вода, получить за это вознаграждение и прислать отборочные задания к нам на почту info@bizfabrika.ru. Друзья, не переживайте, эта презентация, это задание будет вывешено на всех аккаунтах, во всех социальных сетях. Кроме этого, заходите на наш сайт, где это задание появится буквально через несколько минут. Вот такое задание. Учтите, до 27 марта, до 23:59 по московскому времени вы должны прислать уже готовый реализованный проект с помощью воды.